В Закарпатье задержали мужчин, которые открыли стрельбу на границе. Во время патрулирования пограничники увидели внедорожник с чешскими номерами. Из него вышли двое и направились в сторону границы. На требование предъявить документы запрыгнули в машину и попытались скрыться. Один из них сделал выстрел в воздух. Пограничники открыли предупредительный огонь в ответ. В результате нарушителей нашли в селе недалеко от украинско-румынской границы. Как оказалось, оба мужчины – местные жители. Во время обыска в доме одного из них нашли стреляную гильзу и охотничий карабин. За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України. Це погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція даної статті передбачає покарання аж до позбавлення волі на строк до 3 років.